Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трэш. Короче, я пожрал и решил дальше продолжить. Аккаунтов бешеная туча сегодня. Ну, у меня сегодня, у вас это будет через несколько дней, скорее всего. В общем, аккаунт моего подписчика Дэнни, ник Позитив. Судя по всему, что я прочитал. Сейчас мы вытащим. А, у нас на складе места нету. Супер. Уже вытащили имбу. Вот такой вот аккаунт, судя по всему, без донат. Или мы ошибаемся? Нет, мы не ошибаемся. Накопленные самоцветы. Странно, странно. Смотрите ли он еще не открыл? Блин, что-то не могу вкурить. Арсенал он не построил. Что за фигня? А, ратушу надо. Не, подождите. А, у него нету эволюции ни одной. 115к и без эволюции. Это, конечно, жестко. Не знаю, что он так трешует. Без смотрителей. Ну, это просто жесть. Дивно, дивно. Ладно. Самоцветов хватает. Мог бы уже эволюции поделать. Сейчас посмотрим по ресурсам, что есть. Ну, это реально какая-то жесть, ребят. Такс, ну есть ресурсы. Странно. Все его запасы израсходуем за это. А, так, находится он. Интересно, он находится в какой-то гильдии? Склад вижу, вот вижу. Не понял я что-то, вообще нифига я не понял. А, тьфу ты, блин, у него смотрители есть, у него нету этого. Так, хорошо, ладно. Это я уже туплю. А, находится он в гильдии, которая вкладывает в день 10к кристаллов, иначе кик. Нифига себе. Это жесть, ребят. В день 10к кристаллов. Даже я себе такого позволить не могу. Какие-то донаты здесь по-любому. Reason Clash. Кидайте заявочки, вступайте. Везде просто не первые, ребят, а нулевые места. Это выше, чем первое. Нолик впереди стоит. В общем, вот так вот. Окей. С этим мы разобрались. Короче, жесткач. Поехали ролить. Поехали выбивать имбу. Да, кстати, мы не можем посмотреть. А, не, мы можем посмотреть, какие герои есть. Каких нету. Так. Бигфут нужен. Космо нужен. Тесса, Фрея. Седна, Командора, ПБшка, Культист, Землеройка, Свален, Махатма, Асура, Ронин. Уу. Сейчас будет трэш. Хранитель. Так, место на складе у нас все меньше и меньше становится. Чувствую, сейчас будет имба. Дед Мороз. Варлок. Рибит. Малышник. Тесочка. Вуаля. Ебой. Первый недостающий герой у нас уже есть. Так, Тесса, отлично. Зефирку, понятно, мы не вытащим. Бигфутика, кстати, неплохо было бы на такой аккаунт вытащить. Поехали дальше. Еще плюс 5 слотов. И следующим у нас будет призрачный всадник. Трифит. Трифит, по-моему, у него есть Валентина. У меня уже башка просто не варит, поэтому я бегаю туда-сюда. Да, Трифит у него уже есть. Так, окей. Поехали дальше. Ангел. Блин. Эти слоты на склад, конечно, классная тема. Но мы по-любому. Фараон, фараон. Да что это такое? Череп. Домчик. Просто жесть. Друид. Что-то наш позитив сегодня не на позитиве.
Ух ты. А, ну да, что я хочу. Знаете, я, как обычно, захожу, типа, выкинуть все героев, чтобы там просто мега-трэш было. Тут герои без эволюции, я себе без задней мысли выкинул, все сдохли сразу. Странно, что нету эволюции. Ара. Так, давайте по 150. То мне не нравится, что-то это химка. Вы знаете, за 150 тоже неплохо падает. Тыква. Дракос. Да. То чувство, когда хорошо пожрал. РТшка. Это просто какая-то боль. Это жизнь боль. Ну, скажите. Нафига на аккаунте, на котором есть ледяной феникс, еще один ледяной феникс? Ну, конечно же, для эволюции. Но по сути, блин, дайте какого-то другого героя. Нафига? Вот, знаете, вот мне нравится, чем мне нравятся некоторые игры, такие как, например, Brawl Stars. Если у тебя уже есть герой, он тебе уже не упадет. Если у тебя есть осколки, они тебе не упадут. А, ладно, там донатные герои, допустим, были бы у нас, типа, чисто за донат, это одно. Но вот чтобы всем постепенно они могли собрать, но тут нету у нас такого, такой системы, то есть там, допустим, осколков каких-то еще чего-то. Вот Castle Clash 2 они сделали так, ну вот мне интересно, будут ли дальше падать осколки. Если ты собираешь на фула героя 10-10. А вот это уже отлично. Землероечка, ребятушки. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, чё, поздравляю, хоть что-то. Не считая Тесса. Но это еще не конец. Чё у нас по слизням вообще делается? 9-15. Ну, шансы такие себе. Седна. Так. 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 Огонь, ребятушки. Третий герой. Ну, вот это что-то интересное. Хлопнули мы этот рандомчик. Бигфутик. Блять, жесть. Я рад сегодня за ребят. Реально просто жестко падают недостающие герои. Не зря, блять, у меня около 20 роллингов. Капитан Дрейк. Просто налегке сразу же выбиваем повторочку. Изи. Изи катка, ребят. Еще и Анубиса. Ну, Анубис уже у всех есть. Но все равно. Повторочки ему надо по-любому. Купидончик. Но я верю, что это не конец. Рино. Не знаю, там Рино. Блин, нам Ронина, либо Асуру еще бы неплохо было бы для следующей линейки. Валентина, добрый вечер. Капитан Дрейк. Седна Суккуб, повторочка. Кенди. Заклинательница. Нифига себе. Мы слизни, наверное, не собрали. 14-15. Эх, сейчас попробую, если смогу зайти, потому что я устройство поменял. Попробуем добить. Если не смогу зайти, значит, не смогу зайти. К сожалению, нет. Не мое устройство стоит первым в списке. Эх, жаль, блин, одного этого не хватает. Но не знаю, посмотрим, если смогу зайти, потом доберу с админ панельки, ну, в любом случае, просто изи, ребят. Смотрите, какие герои на такое количество самов, ну, я считаю, это огонь. Бигфутик. Так, кто там у нас еще? Тесочка, да?
А, у него максимум допустимых мест. Та-та-та. Блин, жалко, кстати, Фрейя. Это Фрейя сегодня нам падала, падала и не упала. Так, давайте заберем плюхи, потом я вернусь к этому аккаунту попозже, чтобы все не пропало. В общем, такой вот роллинг, ребят. Пишите комменты, как обычно, ставьте лайки. Все делаем по красоте. Куча недостающих героев имбовых. Всем удачи, всем пока.